В Ярославской области беременные захватили роддом. Недовольные решением властей закрыть родильное отделение в местной больнице, беременные женщины просто-напросто захватили его, чтобы было где рожать. Власти поселка Борисоглебский хотят закрыть отделение за неэффективность. С 1 января больница должна иметь лицензию на специализированную круглосуточную помощь. В акушерстве она не получается в данном варианте никак. Согласно новому закону, такое понятие, как акушерская койка, а это место роженицы в обычной палате, должно исчезнуть. На смену ему должны прийти полноценные, оборудованные всем необходимым родильные комплексы. Только денег для расположенных в райцентрах больниц, как обычно, нет. Рожать придется в Ярославле, если повезет. По нашим дорогам с нашими машинами, которые нас обслуживают, доехать роженицы до Ростова, до Ярославля, это фактически нереально. Рискующие родить или по дороге в Ярославль, а то и вовсе дома, женщины вынуждены были объявить своеобразную забастовку. Их тут же обвинили в захвате больницы и вызвали милицию. Мы здесь сидим. Девочкам плохо стало, ночью приехала полиция, начала выгонять. Понятно, у них большие сроки у всех. Вот их положили, пришлось как бы просто врачу их положить. У женщины и их мужей еще есть надежда, что их поступок вызовет привлечение внимания чиновников. Мать троих детей и ждущая четвертого Ольга Аникаева надежды на то, что здравый смысл победит, пока не теряет. Наши мужья, наши какие-то общественные деятели района, они просто исчерпали уже все способы, они сделали все, что смогли. И тут вот мы просто уже такой как бы крик отчаяния, для кого-то это может показаться смешным делом, но вот мы вот сейчас все, что вот мы можем максимально, мы сделали.